Джейхи санспар саджабхогаха дукшо-жанайо ивати адьянто бантакантио на тешу рамате вадаха. Джейхи санспар саджабхогаха дукшо-жанайо ивати адьянто бантакантио на тешу рамате вадаха. Гаурия Гоштхипати Гурджа-Гоштхипати, Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы не будем жить долго в этом материальном мире. Очень скоро мы оставим этот материальный мир. И поэтому мы должны думать снова и снова о той вечной татве, поскольку у нас нет надежды даже вечно оставаться в этом материальном мире. Никто не хочет умирать. Кто хочет умереть? Никто не хочет. Даже комар, он не хочет умирать. Если вы хотите его убить, он будет пытаться спастись всеми силами. Никто не хочет умирать. А почему? Потому что дживатма, душа, она вечна. И нет вопроса никакой смерти у этой души, у этого духовного существа. Она вечная. И поскольку она вечно существует, поэтому у нее она не хочет умирать, даже будучи в материальном теле. Но Шрила Прабхупада говорит, что скоро мы будем вынуждены оставить этот материальный мир, это материальное тело, и поэтому мы должны задуматься о вечном, чтобы мы смогли освободиться от материального рабства и достичь нашей цели. И какова же наша цель? И согласно нашему баджану, как, например, в Гаудия Баджане, все, кто занят в Гаудия Баджане, разве не могут достичь все одинаковой цели? Нет. Но поэтому в Брихат Бхагаватамрите Санатана Госвами описывает, когда, где, и различные пути, различные варианты бхакти, различные виды бхакти, и кто может что делать, это зависит от его вкуса ручи. И так или иначе, мы можем вспомнить, я говорил о Шримад-Бхагавад-Гите, Шримад-Бхагавад-Гита. И вот Шримад-Бхагавад-Гита, я говорил, что Дхритарашта, он слеп. И будьте уверены, что у Дхритарашты нет недостатка никакого-либо знания. Не думайте, что он глупец. Дхритарашта, он не глупец, но несмотря на это, что у него нет недостатка какого-либо знания, но в чем проблема? Проблема в том, что он имеет слепую любовь, слепая привязанность, она ослепила его. Он очень любил своего сына, и поэтому он стал слеп и не смог видеть, что есть что. И до тех пор, пока мы не достигнем нейтрального уровня, мы не сможем действовать должным образом. И вот только тогда, когда мы до тех пор, пока мы не сможем достичь нейтрального уровня, мы не можем правильно судить, что же говорить о том духовном мире. Даже в этом материальном мире, я знаю, несомненно, дживатма, она не может быть нейтральной в этом материальном мире, но все же, может, на 98% или 99% беспристрастности можно достичь. Мы видели это из истории, что какой-то царь, например, он достиг какой-то беспристрастности, и
но для каждого это невозможно достичь этого нейтрального уровня. В читании Чайтамрите Кришна Дас Кавираджа Госвами говорит такие слова: до тех пор, пока мы не достигли нейтрального уровня, уровня беспристрастности, то никакой дхармы мы не можем соблюдать. Что говорить о Бхагавад-дхарме? Почему я говорю так? Хотя Кришна, я не говорю, что Кришна уже сказал Арджуне Сарвадхарман Паритяджа, что нужно оставить все дхармы. И какие дхармы? Мы знаем одну дхарму, Бхагавад-дхарму, но да, но и в то же самое время нет. На этом материальном уровне очень много видов дхарм, дхарма, относящиеся к телу, к уму, к обществу, в котором мы находимся в данный момент, самадхарма называется. И вот мы должны избавиться от влияния всего этого. Бхагавад-дхарма, она не так проста. О Бхагавад-дхарме сказано, что те парамахамсы, только для них эта Бхагавад-дхарма, она подходит, а для всех остальных, да, конечно, мы можем пытаться, но и вот эта Бхагавад-дхарма, она идеально подходит для парамахамс, и поэтому имя Шримад Бхагаватам, одно из имен Шримад Бхагаватам, Парамахамса Самхита. А также говорится, что это Вайшнаванам Данам, это богатство тех чистых преданных Парамахамс. Наш Гурудев Парамахамса может, по его милости, мы сможем также обрести это сокровище, поэтому мы должны иметь такую великую надежду. И я уже говорил, вы можете вспомнить, что Шримад Бхагаватам Махапурана, кто-то говорит, что это какое-то незначительное писание, но нет, это не так. О Шримад Бхагаватам Махапуране говорится, что это вечно зеленая наука для бесчисленного количества времени. Не так, что это было эффективно 200 лет назад, а сегодня уже устарело. Нет. Шримад Бхагаватам, оно вечно зеленое, вечно применимое к любым временам, как и Бхагавад-гита, Упанишады, Веды, Пураны, они все вечны. Но все же иногда мы можем видеть, что Шримад Бхагавата Махапурана является. Мы можем иногда видеть, что Шримад Бхагавад-гита является в этом материальном мире, и поэтому такие случаи иногда бывают. Иначе материалисты не могут осознать этого. Материалисты бывают очень великие саду. Они пишут, что для материальных людей это невозможно понять, что происходит в том трансцендентном мире. Для материалистов невозможно осознать то, что связано с трансцендентным миром, поскольку это все трансцендентно, а они находятся на материальном уровне. И иногда Шукадев Госвами, он говорит, что мы можем иногда показать направление. Например, солнце восходит на востоке. Но это не значит, что востоку дает рождение солнца. Нет. Это просто направление. И подобным же образом говорится, что мы можем показать, мы можем дать подсказку людям, поскольку
полностью для нас невозможно дать тот пример, который там применим. И также можем сказать, что только Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура, он единственный в этом материальном мире, кто пытался самым лучшим образом представить то, что находится в духовном мире. Если мы будем изучать язык Шрилы Бхактивинода Тхакура, если мы слушаем, если мы читаем с должным вниманием, то тогда можно почувствовать, если мы получили милость Шрилы Бхактивинода Тхакура, то, по крайней мере, мы получим самое великолепное, мы можем получить самое великое благо от его писания, поскольку Шрила Бхактивинода Тхакура, он пытается показать нам то, что происходит в духовном мире с помощью этого материального языка. Он хочет показать нам, он описывает это в словах, что происходит там в духовном мире, и это очень редко. И поэтому можно вспомнить, что мы услышали, что Шримад Бхагаватам Махапурана — это вечно зеленая наука. И вот я уже сказал вам, что если кто-то говорит, что это какое-то начальное знание, но это основа всего. Дживатма, она должна построить должный фундамент в своем сердце, на котором духовный дворец можно впоследствии построить. Я знаю, что Гита — это основа, но все же, я уже сказал, мы должны должное почтение, должное уважение оказывать Шримад Бхагавад-гите. Это также сказано Кришна, подобно тому, как один друг говорит другому. И можно То есть, когда какой-то политик говорит какую-то речь, это одно, а когда два друга обсуждают что-то, то это гораздо проще. Как вот в случае с Бхагавад-гитой, это речь Кришны и Арджуны. И поэтому мы должны уделять больше внимания тому, что Арджуна, он лучший друг Шри Кришны. И Арджуна, он не обусловленная душа. Так много сиддханты есть. Арджуна, он не обусловленная душа. Юдхиштхира Махарадж, он тоже не обусловленная душа. Но все же через этот случай Кришна хочет дать нам урок. И сейчас от имени всего человечества мы можем подумать, что Арджуна, он представитель нас, всего человечества. И также в случае с Парикшит Махараджем, он также представитель всего человечества, он спрашивает те вопросы, которые касаются всех и каждого. И здесь также можем найти, что настоящая Гита начинается с вопроса Арджуны. И когда Арджуна спрашивает, и Кришна отвечает, то Гита начинается с этого момента. Мы можем подумать, что Арджун глупец, но нет. Кришна также говорит так. Откуда? Одно мы должны помнить через Гиту. Каждый может обрести. Он может достичь цели.
с помощью Бхагавад-гиты, карма-йоги, дьяна-йоги, гьяна-йоги и бхакти-йоги. Есть различные системы йоги, через которые можно обрести связь с Верховным Господом. Но согласно Расататву я не хочу говорить ничего об этом, поскольку в начале всего мы должны понять, кто есть мы на самом деле. Если мы не сможем осознать себя и свое положение, то там, да, как мы можем продвигаться по пути прямо или назад, влево или вправо? То есть вначале мы должны обнаружить свое собственное положение, в котором мы находимся. Иначе куда мы можем идти? И это можно... Это наше собственное положение можно обнаружить с помощью Бхагавад-гиты и также наши обязанности и наш путь. Вчера я уже сказал об этой шлоке. Это обет Кришны. Кришна говорит: не думайте, я здесь, я могу спасти вас. Вам не нужно думать о различных дармах, применимых в этом материальном мире. Единственное, что вы должны думать, вам нужно предаться моим лотосным стопам. Мамекам. Экам значит одному мне, единственному, не то, что вы предадитесь Кришне и будете поклоняться какому-то Ганеше, например, поскольку Ганеш может дать вам какие-то качества, несомненно, богатство, но поэтому Кришна использует это слово «мам экам шаран», то есть «мне единственному» имеется в виду. И тогда Кришна может спасти нас, а если мы не предались Кришне полностью на 100%, то это уже наш недостаток. И вот в материальном мире мы тоже видим Шримад Бхагават Махапуране, и в Гите также вот такая шлока приводится. И вот Кришна говорит Арджуне, о Арджуна: может, я могу видеть моего Гурудева как очень знаменитого, но осознание я не могу помочь, чтобы решить нашу проблему. В этом случае мы в невежестве. И такова система Пранипат. Значит, про Кришна совершенно. Про пара анну. Это слова из санскритской грамматики. Они называются префиксами. Если их использовать, то сила слова она увеличивается. Префиксами зовутся в английском. И вот Ахар значит хар. Корень этого слова хар. Если мы будем использовать префиксом а, значит ахар. Это значит еда. Если б добавить, то бихар получится. То есть езда получится, путешествование. Если слово про приставку добавить, то удар получится. И, то есть к одному корню, если прибавлять различные приставки, то значение слова меняется полностью. И поэтому Кришна говорит такое слово. That Pranipat Parikoshvina. Parikoshvina means
Парипрашна, значит, парипрашна это не значит, чтобы проверить нашу Гурудеванную эрудицию. Нет. Пранипата значит, мы должны предаться полностью всем сердцем Гурудеву. И после этого парипрашна, значит, мы должны задавать достойные вопросы, как Санатана Госвами. И без служения, если мы будем изучать что-то от саду, от гу, то мы не сможем нечто такое эффективное знание получить. И поэтому Кришна Баларам, он был, они совершали служение Гурудеву Сандипани Муни. И таким образом мы должны тоже делать. И я хочу напомнить вам, что в тот день я говорил, что Шримад Бхагавад Гита, можно вспомнить, это Шримад Бхагавад Гита, когда тот простой браман, он читал Бхагавад Гиту в Шрирангам, в храме Ранганатха. И там он обсуждал эту гиту, и все смеялись, поскольку этот Брама не изучал санскрита, он был практически безграмотен, ну, не совсем безграмотен, но читать умел. О грамматике особо не знал, но так или иначе читал гиту, и все смеялись над ним. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху посмотрел, что этот человек читает гиту с полностью, и когда он читает, и он чувствует какое-то блаженство, какой-то экстаз, бхаву, слезы катятся у него из глаз, он во время чтения гиты, и Махапрабху однажды подошел к нему и сказал: «О, Браман, что ты чувствуешь, когда ты читаешь гиту? Почему ты проливаешь слезы, и все смеются над тобой? Почему ты не придаешь этому значения?» И этот Браман со слезами на глазах сказал: «О, Господь, на самом деле, когда я читаю гиту, я нахожу, что я могу видеть Кришна, он, что Кришна, он сидит, он управляет повозкой, а Арджуна, он а Кришна, он командует, а точнее Арджуна, он сидит на повозке и командует Кришна. И Махапрабху сказал, что да, ты имеешь право изучать гиту, они, а эти глупые люди смеются над тобой, не видят твоего чувства. И вот Махапрабху сказал про этого брамана, что у тебя есть право изучать гиту, ты достоин. И значение этой гиты мы можем осознать, если мы найдем, что Параматма Кришна, он там в его сердце и ведет всегда нас. Если мы осознаем, что всегда, что Кришна, он находится внутри нашего сердца, он ведет нас всегда. Это тело подобно колеснице, и дживатма, она сидит в этом теле, пребывает в этом теле, и Кришна ведет нас. И это чувство должно прийти в наше сердце, и тогда наше изучение гиты станет совершенным. И вот можно вспомнить, что в тот день я говорил Arjuna, 10 names.
У Арджуны 10 имен, вот Махарадж их перечисляет. И вот это слово «мамата», почему оно используется? Поскольку пандавы и кауравы, они из одного рода происходят, но это различие, сделанное Дурьотханой и Дхритараштрой. На самом деле, это имя Дхритараштра, каково значение этого слова? И объясняется, что Дхритарашта тот, кто незаконно забрал чье-то царство. Пандавы ушли, да, но на время тебя поставили управлять царством. И когда они выросли и стали наследниками, то нужно отдать им то, что тебе дали на время. Но Дхритараштра так не сделал. И Кришна говорит о Арджуне, и те, кто по-настоящему разумные, они никогда не заняты чувственными наслаждениями. О Арджуна, те, кто по-настоящему разумные, они никогда не стремятся к наслаждениям органов чувств, поскольку они знают, что наслаждение органов чувств, если мы заняты ими, то тогда майя, она нас в мы окажемся в тюрьме майи. Итак, мы не должны стремиться к наслаждению органов чувств, поскольку дживатма — это единственная обязанность дживатмы — это совершать Кришна Бхаджана, чтобы служить Верховному Господу. В Нити-шастрах приводятся такие слова. Jovanam, dhanasampatti, prabhutyam, avivekita. One by one, I can explain. Jovanam, the young age. Jovanam, в молодости наша кровь очень горяча, и многие делают то, что хотят, не заботятся о том, что такое дхарма и что такое адхарма. И в нити-шастрах говорится, джаванам, в молодости люди обычно ничему не следуют. Или если они очень богатые. И поэтому можно обнаружить, что вот на Лакувер они совершили великое оскорбление лотосным стопам Нарады, поскольку они были очень богаты, и они опьянились своим богатством. Шрила Прабхупад говорит, что мы не хотим накапливать много богатства, много денег. Что мы будем делать с ним? Мы должны как-то жить, но и впоследствии оно нам не нужно. И также мы живем в ашраме этих тех, кто просит подаяния. Однажды какой-то Бхатимаш какой-то, я не расслышал, и вот Бхатимаш однажды показал мне приглашение какого-то матха. И вот там было написано, что мы ничего не будем просить у вас, приглашаем вас
принять просад в нашем мате. Бхартима сказал, что они глупые, поскольку они пишут, что они ничего не просят, но они находятся в бикша-ашраме. То есть мы эти не попрошайки, то есть там была от матха, то есть люди, живущие в матхе, не относятся к отреченному укладу жизни и занимаются тем, что просят. То есть их, как сказать, просить что-то у других, это их дхарма. Они в приглашении написали, что мы ничего у вас не будем просить, что это глупо получается. Джованам значит в молодости, дана, вот второе слово значит в богатстве, третье, если кто-то очень авторитетный, очень могуществен, полон власти. Но Шрила Прабхупад говорит, что это самое главное препятствие, если вы стремитесь к власти, хотите кого-то контролировать, это одно из самых сложных препятствий. Наш ум никогда не поймет, что такое правильно, что такое неправильно. Если мы опьянены этими вещами, мы тогда будем бессознательными, мы не сможем принять должное решение. Можно видеть много людей в этом материальном мире. Они, кто-то очень беден, например. И вот в этой шлоке говорится, если среди этих четырех недостатков какое-то одно заденет наше сердце, то наше сердце, оно осквернится, анартхи появится в нем. И это станет причиной нашего падения. I am the authority. Abhivigita. I have no power of, you know, discrimination. I have no power to understand what is good, what is bad. We cannot understand. It is very dangerous. So it is written that what to speak about this. Поэтому говорится, что говорить о четырех недостатках, даже если какой-то один из этих четырех он заденет наше сердце, то тогда наше сердце осквернится, и это станет причиной нашего падения. И Кунти Деви уже также сказала, что образование, гордость своим происхождением, богатством, красотой. Кунти Деви говорил об этом. И я хочу дать вам пример, что если вы заняты материальным наслаждением,
какими-то материальными вещами, тогда вы не сможете достичь духовного мира. Это будет препятствием на вашем пути. И вот сейчас это то состояние, в котором находится Дхритараштра. Он слеп, он не может видеть, и он должен быть очень смирен, поскольку он буквально инвалид. И здесь Дхритараштра. So he becomes blind out of affection, blind affection for song, making him blind. И вот его слепая любовь к сыну, она сделала его слепым. И он не должен был использовать это слово «мама каха». Где же моя, это, моя группа? Пандавы, они тоже твои дети, они тоже твои родственники. И нельзя говорить, что это мои, а те чужие. И таким образом слепой Дхритараштра, он стал слепым. Даже когда Кунти Драупади, она олицетворение Лакшми, они оскорбили Драупади на открытом собрании. Но все же Дхритараштра ничего не сказал. И когда Драупади, она плакала, просила защитить ее, что происходит? Они хотят оскорбить меня перед тобою, о Дхритараштра. Она молилась ему. Она молилась Бишме о защите. Она просила Дроначарью защитить ее, но никто ничего не сказал. Почему? Поскольку... What I mean to say? So actually, this question was put by. Этот вопрос был спрошен Драупаде. У кого? У Питамахи Бишмы. В Бхагаватам я уже говорил во время Пурушоттама Врата, что Юдхиштхира Махарадж вместе со всей своей группой, со всеми родственниками вместе с Кришной. Они пошли туда, где Бишма лежал на стрелах и ждал часа, когда ему нужно уйти из тела. Ну, в смысле, специально ждал, он имел способность уйти из тела тогда, когда он хочет, и тогда он много чего сказал. Он дал много ценных наставлений. Samayniti, social system, dharmaniti, everything. Where is lying? Because Krishna Bhagavan, while looking at Pitamaha, Krishna Bhagavan, когда он посмотрел на Бишму и спросил: «О, Питамаха, как же ты?» И Бишма, он ответил, и этим взглядом он пролил нектар на них. И Бишма не чувствовал никакой боли, а точнее Кришна пролил на него свой милостивый взгляд, и вся боль, она пропала у него. И в этом случае Юдхиштхира Махарадж и остальные, они один за одним спрашивали, и Бишма: «Великий учитель этого мира, он один из 12 махаджан», он отвечал. И вот он ответил на все вопросы, и Драупади спросила:
У меня есть вопрос. Какой же вопрос? И вот Драупади отвечает: ты очень знающий, ты великий пандит. Но вопрос в том, что когда они хотели оскорбить меня перед тобой, то почему ты ничего не сказал, никак не защитил меня? А сейчас я смотрю, ты даешь столько ценных наставлений, но тогда что с твоим зданием случилось, куда она пропала? Я так надеялась, что ты скажешь что-то в мою защиту, они хотели меня раздеть на виду у всех, но ты ничего не сказал, почему? И Бишма был вынужден сказать, плача: о, моя дочь, на самом деле, даже не дочь, а внучка, правнучка, то есть еще точнее. И вот он говорит: а в то время я ел как в дворце Дурьотханы, поэтому я ничего не мог сказать тебе. А Дурьотхана — это воплощение Кали, можно сказать. Я хотел пытаться что-то сказать, но язык не поворачивался. Я не мог этого сделать, поскольку тут оскверненный рис, оскверненная еда, которую мы приняли в его доме, она не позволила мне что-либо сказать. Вот в этой шлоке говорится то, что происходило. Махарадж советует учить бенгали. Но если мы наполовину бенгали знаем, это тоже плохо. Может, я кому-то... То есть, если мы наполовину можем понять, то тоже ничего хорошего нет в этом. Как вот однажды Видьясагар, это такой знаменитый ученый бенгальский, к нему какой-то англичанин приехал, хотел бенгали изучить. И вот он изучил, учил какое-то время и пришел к нему. И прыгая от радости, сказал: о, Видьясагар, я изучил весь Бенгали. Что, правда? Да. Можешь любой вопрос спросить. И Видьясагар спросил: ну вот скажи теперь, Джол Кабар или Кабар Джол? И какая разница между этими словами, Джол Кабар или Кабар Джол? И вот он думал и сказал, что то же самое. А Видьясагар сказал: иди дальше. Иди дальше, учи бенгали. Что это? Первое значит питьевая, то есть это первое значит питьевая вода, а следующее, а второе значит закуска, ну, в смысле перекуска какая-то. То есть еда между основными приемами пищи. И как можно понять, что какой-то язык, он очень богат? Если какой-то язык очень близок к санскриту, то он по-настоящему богат. Вот, к санскриту бенгали и хинди очень близки. I never told you to learn Sanskrit. I told you to get bhakti. Foolish. You can pass the test. Очень важно обрести обрести бхакти и не терять бхакти в побеге за изучением санскрита или других языков каких-то. If I become learned man, I can become puffed up. То есть еще очень важно, если мы что-то изучаем, то не гордиться своим изучением чего-либо. But
Весь день мы должны совершать служение. Если мы будем совершать служение, то мы увидим, что какая-то особая сила является в нас, которая очень помогает нам к изучению чего-либо. Вот как в этой шлоке говорится. И вот я говорил, как Дхритараштра стал слепым. Я говорил, что недостатка знания не было никакого у Дхритараштры. Не думайте, что Дхритараштра какой-то глупец. Дхритараштра, он знает все. Но куда его знание пропало, все знание, куда оно пропало? На основе знания мы можем развить моральные качества. Какое-то суждение может прийти к нам, но если это знание, оно не помогает нам рассуждать, то какой толк от такого знания? И вот здесь смотрите. И вот вторая шлока, я хочу переключиться на нее. Это все сказано Дхритараштрой. Я уже говорил о том, что Дхритараштра не глуп, и в то же самое время Дхритараштра, если глуп, то как это возможно для Дхритараштры опять обрести знания с помощью общения с Видурой? В Бхагаватам это описывается, что Видура, он был оскорблен перед битвой на поле боя Курукшетры, но потом он вернулся, чтобы помочь своему старшему брату Дхритараштре, чтобы обрести знания назад. И тогда Видура, он дал ему свои наставления, я уже говорил об этом раньше. Он очень жестко говорил перед своим братом Дхритараштрой. Вот царь, ты должен... Тебе должно быть стыдно, ты ешь еду. Вот Бхимы, которого ты хотел отравить, ты хотел сжечь их в доме, в их доме. И как тебе не стыдно теперь принимать какую-то еду от них, сколько раз ты хотел их убить, ты отправил их в ссылку. Ты много плохого сделал им, и сейчас ты принимаешь служение от них. Поскольку Панчапандавы, они вайшнавы, они не стремились отомстить ему. И даже после того, как кончилась битва на Курукшетре, все сотни его сыновей, они были убиты, но все же тогда вопрос мести Дхритараштра, он хотел отомстить. И вот он был очень в плохом положении, но все же он хотел, этот слепой Дхритараштра, он хотел отомстить им, он чувствовал какую-то ненависть к ним. И откуда мы это знаем? Тогда, когда битва на Курукшетре кончилась, Дхритараштра начал плакать на показ. «О, Бхима, помогите мне, я нахожусь в океане страданий». И Бхима подошел и обнял его, а Кришна сказал: «Не подходи к нему». Кришна сказал: «Не подходи к нему», и наоборот, был какой-то... А дали какой-то
кусок железа ему, и он обнял этот кусок железа и разломил, вот такая сила у него была. То есть, поэтому Кришна, он вездесущий, всезнающий. Если у нас есть должна вера в Кришну, то Кришна может явиться в любом месте. Почему Кришна явился с колонны? И в Бхагаватам в седьмой песне описывается явление Нарисимхадева вот такими словами, чтобы доказать, что мой слуга, мой севак, мой преданный, он никогда не говорит лжи. Если мой преданный сказал, что я есть в этой колонии, смирение — это лучшее оружие в нашей жизни, чтобы победить майю. Но никто не думает, кто-то думает, что если есть какое-то оружие, то это поможет, но нет. С помощью смирения можно завоевать весь мир. И вот сейчас Прохлад Махарадж, он дает нам пример, как смиренно вести нашу жизнь. Нарсимха сказал, чтобы доказать, что мой преданный, мой слуга, он никогда не говорит лжи. Я был вынужден явиться из этой колонны. И вот сейчас здесь садусанга, насколько эффективна садусанга, вы знаете, что Видура пришел и начал кого ругать? Дхритараштру ночью в комнате. Он сказал, что тебе должно быть стыдно. Твоя смерть стоит здесь, за твоей спиной. Ты не можешь видеть ее, ты настолько слеп. И тогда Дхритараштра, он был шокирован. Он вернул свое сознание и осознал, что ему уже столько лет, и он не думает о своем будущем, что же делать. Да, о мой брат, ты дал мне, Видура, ты дал мне хороший совет. Видура, он всегда давал прекрасные советы Дхритарашты, но Дхритарашта в то время не смог принять и осознать. Но Видура, он всегда давал ему идеальные советы. И вот Видура это слушал, но не мог принять. Есть книга «Вайдурикам» называется. И всю свою жизнь Видура давал наставления Дхритараштре. Он главный был его советник мантри. Но он был слеп и не мог ничего принять. И вот, когда этот вопрос... Вот Махарадж возвращается к шлоке из Бхагавад-гиты, вот, когда он спросил, что же они там делают, Вишванат Чакравати, он говорит, что это вопрос не бесполезный, хотя внешне выглядит, что бесполезный. Они пришли сразу, что еще они могут там делать, сражаются, естественно. Prasadam already served. Everything there. If somebody knew what they are doing, they are taking prasadam. Simple thing. Ну как во время обеда, если кто-то спрашивает, что все делают, то естественно они сидят и едят. Но в Бхагавад-гите неспроста этот вопрос был спрошен, поскольку Курукшетра — это святое место, и он тот, кто спрашивал, он надеялся, что они могут передумать сражаться.
So he still should catch the theme what I am speaking. Follow totally gist. He is also writing every day after hearing Harikatha. What is the gist? I discuss. So Sanjay was. Now Санджай, когда он смог видеть, что происходит там, на поле боя, и он мог говорить. Санджай, он сын Габалги Риши был, и вот Санджай отвечал. И вот Санджай сказал, что он сказал. Санджай сказал. Дришпату пандаваникам будам дурджаданастата стада ачарджам упасангьямно рая вачанам абубрит. Абубрит means already told. Абубрит means already told. Абубрит значит уже сказано. And then there is one Абубрит means here I can say that actually battlefield. So you can say Дурджадан already gone there in front of the Acharya, Dronacharya and speaking this way. He already seen, and then realized that actually is sitting above-breath. So drishtva, drishtva means after looking to Pandavanikam. Pandavanikam is all the strategy, of Pandavas. Strategy means all arrangement of soldiers. Different kind of arrangement they have. Very, those who are clever, they know. They know how to arrange. When I used to play football, that time also, small boy, there was strategy. Defense, some, you know, somebody giving some extra, facility to this, defense part, somebody offense part. There's some strategy. They actually coach me already, coach already giving advice. Those are giving training. You should attack this way. When they can come, you should go to help him. This same thing in battlefield also, there's some strategy. And as according to the strategy, you can fight also at the time of Second World War. General Manekshaw, он окинул взглядом эти войска, собравшиеся на Курукшетре. Махарадж рассказывает, вот, во время нападения Китая на Индию, во время войны, он рассказывает о маневре индийской армии, которую заманили китайцев в ловушку и напали на них. И вот такова система. И на поле боя тоже много систем и стратегий, и им нужно следовать. И вот Дурьотхан. Shown by Durjadhana. After that, Acharyam uposangyammo left Pratyar. Here Acharyam uposangyammo. Uposangyammo after reaching. After reaching Dronacharya. Acharyam uposangyammo Raja Vachanam Abhapri. Here also big politics. Why? A simple thing? No simple thing. No, yes, very inner meaning there. The external you can find that actually what is there? After all the arrangement of soldiers already watched by Duryodhana and then gone to who? Dronacharya. No. Inside this word there's very inner meaning. И вот Вишванатха Чакравати говорит, что Дурьотхан очень такой, он политики недобросовестный. И
Дурьотхан, он, смотря на Биму и Арджуну, он испугался, но он был хитер. Он сражался на стороне адхармы безбожия. И естественно, что те, кто сражаются за правое дело, за дхарму, у них какие-то привилегии есть. И вот Дурьотхана, посмотрев на них, он испугался. И кто-то хотел. Сказать, поскольку у него было знание о том, что он знал, что у Дроначарьи какое-то любовь к Панчапандавам. Он знал, что Дроначарья, он любит Панчапандавов. И если Дроначарья, он остановит эту битву, поскольку Арджуна, Бима, Накул, Сахадев, Юдхиштхир, они там, может быть, Дроначарья, он может подумать, что все они все мои ученики, мои дети, как я могу сражаться с ними. И Дурьотхан, он решил, что если Дроначарья, он подумает так, то... В общем, так подумал и сказал, что если так будет, то мы можем проиграть. И решил принять меру. In the battle pit before starting, is going to give honor to Acharya, Dronacharya. After that, reaching Acharya, what is the actual motive that we can find? Actual motive what? Actually, he is speaking. И вот он сказал, о Дроначарья. Пандупутранам Ачарья Махатим Чамум Бурам Друпада Друпада Путрена Тавасишена Димата. Тавасишена Димата. Пашейтам, Пашейтам. Пашо плас Этам, Пашейтам. Пашейтам, Пашарья, look in front of you. Панду Путранам, Панду Путранам, Ачарья Махатим Чамум. Чамум means team, big fighting team in front of you. How strategy they are making you see Buddha. And actually, Drupada Putrena Tavasishena Dhimata. Actually, Duryodhana is и вот Дурьотхан, он очень был этим политиком, хитрым, и он хотел сказать, он хотел напомнить, что смотри, они все твои ученики,
И как они теперь будут сражаться с тобой? Как они не выразят тебе должного уважения и почтения? И еще смотри. Друпад Раджа, кто он? Друпад Раджа, он царь. Там, где Драупади и Дриштадьюмна родились из огня, из этого огня жертвоприношения они родились, Драупади и вот второй. И какова причина, почему это жертвоприношение было организовано, поскольку это Дроначарья был оскорблен Друпад Раджой. Давно это случилось, не хочу подробно говорить, но очень жестоко его оскорбили, Дроначарья обиделся и ушел. Его назначили учителем Кауравов и Пандавов. Раньше они вместе были, но потом как-то разделились. И вот Дроначарья был учителем. И Крипачарья, он Сала, значит, родственник, в общем, какой-то. Например, если мы на ком-то женимся, и брат жены или мужа, он Салой называется. Ящник или Шурин по-русски, как-то так. И Крипачарья, он тоже был учителем. И вот сын Друпад Раджи, кто Дриштадьюмна, он пришел к Дроначарье. И вот он пришел к Дроначарье, чтобы попросить его, чтобы он также его обучил. Он хотел принять его своим гуру. Он также был браманом. И он решил, хорошо, научу тебя, но суть в том, что он хотел узнать эту стратегию борьбы, битвы. И после этого он захотел сражаться с Дроначарьей, и Дурьотхан был очень хитер, и он хотел напомнить Дроначарье, чтобы Дроначарья вспомнил свою прошлую обиду на его отца, этого Крипачарья. И вот он захотел сделать провокацию, чтобы разозлить его. Everybody they are standing, they are watching what is strategy. See, you need not go to Acharya to give, you know, special advice. Acharya, you can see, Pasaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Budam Drupada Putrena Tapasishena Dhinata. You see the audacity of your disciple, you see. So this way, actually, Dronacharya, actually, Duryodhana wanted to
И вот Дурьотхан хотел так провоцировать его. И вот дальше с 4 до 6 шлоки там перечисляются имена бойцов, воинов. Атра, значит, здесь те великие воины собрались. Они очень сведущи в науке войны. And Jujudhan also coming. Saptiki, his name is Saptiki. He is from actually there, from Dwarka. You can remember actually when Krishna gave this. Вот когда Кришна дал. When Krishna gave them opportunity. Им возможность. What opportunity? Какую возможность? Morning time, who is going to meet me first? What he can ask, I can give. Кришна однажды сказал, что тот, кто его первый встретит утром, того желания он исполнит. И вот Дурьотхан первый попался, он не попался, а он стоял у головы Кришны. Арджун тоже пришел и стоял у ног Кришны. И Кришна, когда проснулся, он Арджуну увидел первым. Когда Кришна проснулся, он начал возмущаться, что он первый пришел. А Арджуна второй. А Кришна сказал, может, ты первый пришел, но первого я Арджуну увидел. Что делать? Что ты хочешь? И что Арджуна хочет? И Арджуна сказал: «О, Кришна, я ничего не хочу, я хочу только тебя». А Дурьотхан засмеялся: «Какой дурак! Я тут так много хочу, целый список». Then fighting going to start. Now still Duryodhana having some kind of fear inside. И вот Дурьотхан все же он боялся, несмотря на всю свою хитрость. Атро Сура, Махесваса, Бхима, Дюна, Самаюди, Джуджудхано, Виратасчо, Вират Раджа, Друпадасчо, Махаратаха. Адришча Кетюс, Чеки Танаха, Кеси, Каси Раджасчо, Вирджавана. Дришча Кету, Чеки Танаха, Каси Раджасчо, Вирджавана. Пуру Джито Кунти Годжасчо, Сайбасчо, Нарпунгава, Джудхаманнасчо, Бекранто, Оттума Ясчо, Вирджавана, Шоубхадро, Дропадиасчо, Сарва Ева Махаратха. As a system, 11,000, with 11,000, you know, fighter is one, is called Махаратха. Вот Махаратха зовется отряд из 11 тысяч воинов. И one by one I like to you can Наропунгава mean which is Наросешто. They are all powerful. So there is a different classification. Дриштхадюмна I already told you, Друпада I already told, Друпада Раджа, Панчалпати, Вират Раджа I already told there. At the time of exile, when Panchabandha took center there, and Arjuna became
took the base of guard to, as a dance, you know, master. Uttara. Uttara, the daughter of the king. Ultimately, Uttara actually the son of Abhimanyu, son of Draupadi. Abhimanyu is the son of Subhadra. Subhadra, actually. Uttara is the wife of the Subhadra is the wife of Arjuna. Uttara is the wife of Abhimanyu. I am speaking this way. I'm speaking very rapidly, very fast. So sometime. So Dhrishtadyumna will be Virat Raj, you know. Virat Raj, Jujudhana will be Sattiki, his name. He was the coachman of Krishna, and Krishna's rock, Sattiki, or Saruti Chile. So he took the team, took several of the team of Kurukshetra Yudhe, Pandapaka. Sattiki is the son of? No, actually Sattiki is a big, powerful. He is a Saruti. Saruti means? Chariot. So Draupadi you already know, and Draupadi, you know, Draupadi has five sons. They already. У Драупади было пять сыновей от Ашвадхама, и всех убил. В то время они еще живы были. So, Bhavan, and here actually speaking, when he is speaking this way, I mean, detailed discussion of who is there, who all there to fight. After they are speaking, Aspakam tu vishishtadi etan nirodho diyottamo nayaka mamo sainyasya sangyatham tano bubhrimi te. Te means to you, for your kind information. For your kind information, I am speaking. In our team also, we have this kind of, arrogance. Asmakantu Vishishta, in our team also, all big specialists there. Asmakantu Vishishta Je, Tannivodho means try to hear Go Acharya. He Diyottamo, Nayoka Mamo Sanyasya Sanyartham Tano Babrimi. Tano means Tano Sarvano. And then who their name I am going to speak in front of you now. Bhavan, first you, most powerful, and Bhismascha, you powerful, and Bhismascha, Karnascha, Karna you know, actually the son of Kunti, not known as yet, after that it was known. So, Bhavan, you, Bhismascha, Karnascha, Kripascha, Kripa I already told, and father-in-law, who? Dronacharya. Samitinjaya, they can get victory over any kind of fighting, whatever big it may be. Asvatthama, you know, the son of Dronacharya. Bikarna, Bikarna is the brother of Duryodhana. Bikarnascha, Somadatti, and Jayadrataha is the son-in-law of Duryodhana. Jayadrataha actually Dushala. Dushala is the sister of Duryodhana, and Jayadrata is the son-in-law. Anne cha bahavaho suraha madarthe takta jivitaha. They are all going to live their life for me. They are going to live their life in stand for me. Who cares? I mean, going to give some inspiration to Acharya. И вот он пытался как-то вдохновить Дроначарью. Он прославил своих воинов, вот этих вышеперечисленных. Бхавану, Исмас
Ваши дети, 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 ваши дети,